Кухня ЖКХ. Добрый день. У нас сегодня в гостях гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Мы с вами в светлой, чистой, красивой студии. Но многие вот дома в Кирове такими назвать нельзя. Капремонт ждут и даже не 3 года, а больше. Как его ускорить? Уже обсуждали такой способ собирать деньги на капремонт, как спецсчет. Он для активных и ответственных жителей. А для каких домов? Расскажите, Максим. В основном это те дома, где капитальный ремонт запланирован не скоро, а также где капитальный ремонт не проводится по тем или иным причинам. Например, Октябрьский 48, Орловская 27 просто не нашли подрядчика. При открытии спецсчетов вопрос не так зарегулирован, как когда денежные средства у регионального оператора. Все утверждения сметных стоимостей, виды капитального ремонта и определение подрядчика происходят с решением общего собрания. То есть сами жители определяют. Но надо смотреть, опять же таки, из технического состояния и общих денежных средств, площади. Самим решать, что ремонтировать, это важно, потому что у нас тут начали уже заниматься фасадами, а часто бывает нужно другое. Но давайте про деньги жильцов. Чем выгоднее хранение на спецсчете, а не в общем котле? По спецсчету получаем только деньги из фонда капитального ремонта, которые оплатили ранее через год. На эти деньги насчитываются проценты, как на любом депозите. Небольшие, но приятные, и они могут покрывать в дальнейшем дополнительные расходы. Плюс они все эти деньги, конечно, под боком у жителей. Они могут взять там выписку в любой момент. Никто эти деньги не потратит без них. Они не являются собственностью управляющей компании. Ждать перевода денег из фонда капремонта год. А кто вот сейчас думает о лете 2022-го? Стоит ли вообще связываться-то тогда со спецсчетом? Ускорять процесс, плюс там можно деньги потратить на капитальный ремонт таких вещей, которые вот действительно прям требуются, в фонде их не добьешься никогда. Дерендяева 10, дом находится просто в ужасном состоянии, жители определили, что нужно делать ремонт, а вот капитальный ремонт, потому что не нужно проводить, слишком у них большая там уже очередь накопилась, да, или по каким-то другим причинам. Здесь уже нужно думать людям, либо мы открываем спецсчет, если нам достаточно денежных средств, да, и сами делают капитальный ремонт, либо мы добиваемся каким-то иным образом. Ну, не у всех домов такая ситуация. Многие стоят и не разваливаются, и капремонт все равно когда-то сделают. И зачем его приближать? Когда мы решаем вопросы по кровле, по фасаду, по фундаменту, денежные средства на текущий ремонт освобождаются, мы можем решать вот эти вопросы по ремонту подъездов, по инженерной коммуникации частичные проблемы, по выпускам канализационным. Практика сложилась такая, что в нашем регионе, это не во всех регионах, а ресурсники обслуживают уже колодец и после что-то. А вот до колодца выпуски приходится обслуживать управляющей компании. Это немалые ресурсы. Чтобы раскопать и закопать, там, ну, минимум 40 тысяч рублей надо. Управляющая компания «Актив Комфорт», кстати, сама просчитала экономику по домам. Сейчас проводит голосование среди жильцов. Не поленитесь, проголосуйте за спецсчет, если такой вопрос поставлен. У нас в гостях был гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Кухня ЖКХ.